Всем привет, дорогие зрители! Приехал я в район Махмутлар к надежному застройщику, который называется Güzel Construction. У них несколько новых проектов, хочу вас познакомить с этими проектами, а также есть почти готовые проекты. И для инвестиций очень хорошие варианты. Сейчас все сами увидите, Хатиджа ханым нам все объяснит. Так, поверну камеру. Мэрэвэл Хатиджаным. Не захотела сниматься в ролик. Так, проект называется Momentum. Берите просим с Momentum. Цены на Momentum. Здесь 3 плюс 1 квартир и 5 плюс 1 квартир. Также есть магазин, коммерческая недвижимость. Так, цены на 5 плюс 1 начинаются от 270 тысяч евро. Одна осталась. Тут в проекте только 3 плюс 1. Цены минимум от 170 тысяч евро. 35% первоначальный взнос. 3-5 месяцев у нас рассрочка. В августе сдают в эксплуатацию этот проект Momentum. Находится она в центре города. 720 метров максимум расстояние до моря. Здесь у нас поворот на 25-метровую дорогу. В этой стороне у нас остался торговый центр Аланиум и 5М Мигрес, СТО также в этой стороне. Центральная часть города, скажем, крайний центр. Так, и 3-5 месяцев рассрочка, остальной остаток оплаты вы оплачиваете при оформлении ТАПО. Начнем показывать проект. Вот. Там, в таком вот виде будет этот проект, в классическом стиле вот. Так, состоит из двух блоков. Там, да. Социал-лаун. Сейчас покажем инфраструктуру. Ну, это, например, примерочная квартира 3 плюс 1. Так она будет выглядеть. Бурда айрым утфак мы? Отдельная кухня. Угу. Вот планировка, Дурун. Планировка 3 плюс 1. Тут у нас гостиная. Это кухня. Гериверин. Кухня. Спальня. Гостевая комната. Спальня. Хозяйская спальня. Баня. Два санузла. И большой балкон. Вот. Есть коридор, холл. Угу. Вот. Санузлы. Угу. Все. Я ищу. Угу. Сейчас покажем вам инфраструктуру. Это лобби. Сауна есть. Римская парная, детская игровая комната, капала хаус, крытый бассейн, ресепшн. Фитнес-салон, раздевалки, санузлы, зона, все. Вся инфраструктура, которая будет присутствовать здесь. Şimdi başka bir proje. Покажем сейчас другой проект. Так, с этим понятно. Снова показывает цены. Зафиксировали. Коммерческая недвижимость. Вот здесь квадратные метры. От 500 тысяч евро. 400 тысяч евро. Две. Так. Так, следующий проект называется Оба Твинс. Находится в районе Оба. Расстояние этого проекта до моря 2,5 километра. 2700 метров, скажем, максимум. Цены начинаются Оба Твинс. Так. Тут у нас Бирарты Бирьёк. Тут 2 плюс 1, 3 плюс 1 и двухуровневая квартира. 4 плюс 1 и 3 плюс 1. Вот пентхаусы. Это так. Это верхний этаж. Остался один только. 4 плюс 1. Стоит 210 тысяч евро.
2 плюс 1 у нас минимальная цена. Сейчас 105 тысяч евро. Эну дюжолан юзбеш пинакалмыш. Юзбеш. Да. 105 тысяч евро. Бурда ваде насыл? Бурасы Нисан'да теслим затен. В апреле сдают уже проект. Şimdi alsa yine %35 öder. Если сейчас купите, то 35. Если сейчас купите, так как сдают в эксплуатацию в месяце апреля, можете оплатить 35% первоначальный взнос и 3-5 месяцев рассрочка. Остальное оплатите при оформлении ТАПУ в кадастро. Все, цену увидели. Покажем проект. Гёстерин обладим. Вот такой проект, тоже состоит из двух блоков. Угу. Это верхняя оба. Юкаро оба гидёр в раз, нормально. Оба гёль, вар бидо. Ага, открытый большой бассейн. Сейчас покажем социал алан. Инфраструктуру. Лобби. Игровая зона. Это интересная комната для детей. Фитнес. Угу. Римская парная, сауна, массажные комнаты, санузлы. И все. Капала хауслан йог? Крытого бассейна нет в проекте. Это у нас планировка квартир. Вот так будут выглядеть. А айрмутфак мабурда, да? Здесь у их проектов везде отдельная кухня. 2 плюс 1 отдельная кухня и 3 плюс 1 отдельная кухня. Также 4 плюс 1. Ведь? Вот эта люстра, ничего не будет. Будет встроены шкафы, санузлы, кровать тоже. То, что вы видите, это без них продается. Ламинат молодец, наверное. Везде будет ламинат, уже установлен. Вот так будет выглядеть встроенный шкаф. Булар дахиль ме? Не, это без этого шкафа. А вот это все будет, как показано, дизайн. Вот готовы санузлы, заходите прямо и пользуйтесь. В апреле проект сдает в эксплуатацию. Сейчас покажем другой. Вот А-блок, Б-блок. Сколько квартир? Значит, тайре, не кадар, 24 тайре вар, 24 квартиры. 12-12 в каждом блоке. Теннисный корт, баскетбольная площадка, открытая парковка с двух сторон. Детская игровая площадка. Ну, неплохой проект. Так. Там вам башка припрозже. Следующий проект называется Güzel Life Premium. Ханги Ильчеде Махалледубо. Тоже находится в районе Опа. Состоит из 5 блоков. Расстояние отсюда до моря 3,5 километра. 3700. Так, цены. Здесь тоже 2 плюс 1, 3 плюс 1 квартиры. Бертарта Бервар, ма? Да, есть также 4 плюс 1 квартиры, двухуровневые, с садом. Бахче дуплекс. Дурт арты, беш арты, бирьёк. Беш арты, беш арты. А, также есть 5 плюс 1, вот. Двухуровневая квартира с видом на всю Аланию. Верхний этаж. Чаты – это крыша означает. Земин – это цокольный этаж. Бодрым – это подвал, как бы. Так, цены на 2 плюс 1 начинаются от 95 тысяч евро. Я думаю, что вам видно. Вот цены. Так, бурда да, из 35% первоначальный взнос, качваде.
Burası 18 ay sonra taksit. Yine 4-5 ay sonra ara ödeme koyabilir. Müşterinin ödeme şekline göre. Да, гибкий график везде в этом проекте. 18 месяцев есть рассрочка. Так что проект уже начался. Башланды мы проще? Башлады. Да. 18 ай сонрада. Проект уже начался. Через 18 месяцев его сдадут в эксплуатацию. Начнем показывать проект. Вот это проект у нас. Крепость Алания. Это уже самая верхняя часть района Оба. Там будет объездная дорога внизу. Эн автомолодзях чевреёла. Здесь, видите, уже есть дорога с двух сторон. И там есть дорога. Так. Тама. Большой открытый бассейн один. Везде открытая парковка. Так. Она как проект на высоте. Вид, если в будущем впереди что-то построят, выше 5 этажей не разрешает там строить. Так что вид с окон не будет закрываться на Алане. Тамам. Сейчас покажем инфраструктуру. Это нет, планировка 3 плюс 1. Угу. Тамам. Ага, сосиал он чиндейт затем. Кирин Оре. Ага. Угу. Так. Детская игровая комната, фитнес, сауна, открытый бассейн. Игровая зона. Ресторан маленький. Бар, скажем. Так, римская варная комната. Тюрк хамамы япнём сусун? Да, хамамы. Уже турецкие хамамы не делают в этих проектах. Угу, ачин? Да, вот как открытый бассейн такой. Все. Окей. Сейчас покажем следующий проект. Так, следующий проект называется XN Life. Состоит она из двух блоков. Находится она в районе Оба, около государственной больницы имени Аладдина Кейкубата. Расстояние до моря здесь где-то 1400 метров, 1500 метров максимум до моря. Также там есть недалеко от этого проекта магазин хозтоваров, называется Кочташ. В этой стороне у нас метро. Так. Вот. Цены здесь на 1 плюс 1 начинаются от 83 500 евро. Проект сдается в мае месяце этого года. Май сайнда. 2022 года. Май месяца. Так, квадратура здесь 50 квадратных метров. Нет аланмы, брут аланмы? Брут. Это брутто, так что жилая площадь где-то будет 43 квадратных метров максимум. 42-43. Так, цены увидели. Также есть тут 2 плюс 1. Булар дуплекс, мёксу дюзаяка? Дюзаяк, и карты, и чарты, и дуплекс. Ага, две вот эти квартиры, 2 плюс 1. То есть три. Они прямые, остальные двухуровневые. Вот три плюс один. Цены тоже увидели. Цены на 6 декабря. Все, покажем проект. Вот это проект. Угу. Ну, маленький такой бассейн. Достаточно для небольшого проекта. Здесь 24 квартиры. Ермидорт перенде, Ермидорт перенде мы? Тек блок. А, и блок ты? Тек блок. О, оказывается, один блок.
Я там на рисунке что-то два. Да, дорогие зрители, стоит из одного блока. 24 квартиры. Да, я просто вот, вот эти проекты увидел. Оказывается, вот этот проект. Были молодяк вроде? Нет. Да, вот смотрите, какой дизайн интересный. Осталось сейчас, да. Наверное, да? Сейчас там. Больница там. Эта сторона Бигдахка Бройбен. Так. Угу. Покажем инфраструктуру. Планировки. Бирартбир. 1+1. Кухня, совмещенная с гостиной комнатой. Вот планировка. Так, видно, да? Видно, как Шевермин. Вот гостиная, совмещен с кухней. Здесь санузел, спальня и балкон. Вот такая планировка. Угу. Там, а метры карифлайн я замар, мы? Нет. Там. Кому интересна планировка квартир, всех проектов, обращайтесь, отправлю все. Так. Допустим, Бирарты Бирво. Да, вот планировка 1+1. Здесь вход. 33 квадратных метра – это гостиная с кухней. 4 квадратных метра – санузел. Спальня 12 квадратных метров и балкон 9 квадратных метров. Тамам. Стены включены в квадратные метры. Дуарлар дахил. Метры коренничина. Evet, evet, да. Показываю инфраструктуру. Ресторанчик снизу маленький. Буне? А, маленькая джакузи. А, нормально. Фитнес, сауна, римская парная комната. Вот. Угу. И лобби. Покажем сейчас другой проект. Проект Кестель Вишен строится в районе Кестель. Быстренько покажу, так как там уже все продано. Проект еще не начали. Вот цены, которые остались. 1+1 осталось только 75 тысяч евро. Коммерческая недвижимость 220 тысяч евро. И дуплекс 2+1 129 квадратных метров 105. Вот такой маленький проект. Есть бассейн. Сосел Аланне Вардурна. Покажем. Чтоб не томить зрителей. Да. Такой вот интересный проект. Открытый бассейн. Başka bir şey yok. Açık havuz. Açık havuz var. И вот планировка двухкомнатной квартиры 1+1. Tamam. И 2+1 планировка. Так будет выглядеть. Покажем сейчас другой проект. Вот еще один проект от этого застройщика. Очень интересный. Мне нравится вот стиль именно фасада. Все вот красиво, все как-то ближе к душе. Так, цены здесь начинаются. Прожи Башланды? Через 3 месяца начинает строиться проект. Так что цены сейчас самые пирожки. Если вас заинтересовал проект вот этот, такой красивый, звоните, пишите по номеру WhatsApp, Telegram, Viber.
Значит, цены начинаются здесь. 2 плюс 1. 1 artı, 2 artı 1'ler var. 2 artı 1, 1 artı 1. 1 artı 1. 1 plus 1 at 140 tisíc euro. 2 artı 1, 3 artı 1. 140. Это нижний этаж. 140 тысяч. Первый этаж. Значит, как второй он. 145. И вот каждый этаж по 5 тысяч евро поднимается вверх. 35% первоначальный взнос. Ваде не кадар? Ваде не диалерндеки гибе. 18 ми? Буран битиш тарихи. Кач ай? Я еще башладыктан сонра эн аз 1 йыл. Как минимум год. Год рассрочка. 12 месяцев как минимум рассрочка. От ситуации зависит, от вашей оплаты, от вашего гибкого графика. Но все обсуждается на месте. Так, здесь все инфраструктура. Очень качественный проект. Сейчас все покажем. Сперва цены покажу. Так, 2 плюс 1. 250 тысяч евро. 250 тысяч евро. А, вот дуплекс, мол, я. Дуплекс, да. Так, планировка я вам все отправлю. Здесь и двухуровневые есть, и прямые. Дюзаяк, и кярты, виллер, пуллар. 250, 240 тысяч евро, 2 плюс 1. Айрем утфак, я псинде, да? Кажется, сейчас посмотрим. Отдельная кухня, наверное, везде. Только проект только вышел. Пока я сам уже спутался, столько проектов. Так, вот такой проект. Денизе узаклык, узактан бакайм, чеверин. До моря тоже где-то есть, давай, а вот. Ума. Находится проект в Кыркыджаке, недалеко от известного проекта Gold City. Gold City Якон. Снизу Gold City. Вот это Gold City здесь где-то. Ну, там 2 километра 400, 2 километра 700 метров до моря. Будет трансфер до моря. Трансфер уладжак, денизе гидиш келиш. Люкс прожи олдуса. Олмайжак. Айна. На трансфера не будет, извиняюсь, старый. Так, придется покупать машину или электрический этот лилисапед на 3, 4 или 5 колесах и ездить туда-сюда. Ага. Так. Чеверели. Угу, интересно, бассейн. Королевский проект. Римский восточный такой стиль. Так. Классика. Вот как будет выглядеть лесенки у нас в двухуровневых квартирах. Mm-hmm. Высокие двери. Угу. Цветочек. Так. Ставьте лайки, комментируйте, потому что этот труд не маленький. Я в одном ролике все вам показал. Вот такой вот ролик. Так. Угу. Короче, люкс проект, который называется Signature Палас.
освещение вот все какое-нибудь. Yükseklikte proje bildiğim kadar. На высоте очень хороший вид там. Топчаны. Там. Сейчас покажу вам еще один проект, который только вышел на продажу. Вот новый проект, который только вышел на продажу. Бенджамин Гарден. Находится в районе Оба. Вот покажу я вам место расположения. До моря где-то 2800 метра, 3 километра максимум. Это я на глаз вот так. Повороты, светофоры, проходы. Вот. Стоит из двух блоков. Цены начинаются. Вот видите, ни одна квартира еще не продана. Я вовремя пришел и отснял для вас. Цены на 2 плюс 1 начинаются от 105 тысяч евро и выше. Угу. Есть также 3 плюс 1 и 4 плюс 1 пентхауса. Рассрочка 18 месяцев как минимум. И первоначальный взнос как стандарт по 35% первоначальный взнос. И гибкий график, рассрочка у нас. Так, ваш коллектив вам, да? Так, хочу подвести итог. Хатижана, тешеккюллер. Прожилензе сунум яптык. Şimdi bu fiyatlar son fiyat mı oluyor bizim müşterilere yoksa? Sizin müşterinize özel indirimler yapacağız. Так, для наших клиентов будет скидочка. Так что обращайтесь. Я вам все планировки и цены отправлю в WhatsApp, Telegram, Viber. Teşekkürler Hatice Hanım. Я подведу итог. Дорогие зрители, если вам понравились эти проекты, планировки, цены, все, помогу с выбором и для правильной инвестиции дам советы. Так что жду от вас звонка. Ставьте, снова говорю, лайки, потому что я одним роликом показал вам все проекты этого застройщика. Всем желаю радости, добра, процветания и здоровья. Всем пока-пока.